Сегодня в рубрике «Бренд 33» мы расскажем о том, как обновить гардероб всей семье и не нанести вреда бюджету. Бренд «Ценопад» существует во Владимирской области уже 8 лет. Первый магазин открылся в Муроме, и сейчас в регионе их уже 8, в том числе в Гусь-Хрустальном, Коврове, Юрьев-Польском. А 3 года назад «Ценопад» наконец-то добрался и до Владимира. С тех пор товары по самым низким ценам в нашем городе можно найти здесь. Наш магазин существует уже 3 года. Это сетевой магазин. По области и в городе у нас 8 магазинов. В наших магазинах можно купить товар для детей, взрослых, для бабушек и дедушек. Основная идея создателей магазинов «Ценопад» в том, чтобы объединить в себе все направления. Здесь вы можете купить одежду для всей семьи, начиная от деловых костюмов и заканчивая детскими вещами. Обувь, аксессуары, текстиль, товары для дома. Здесь есть все и на самый взыскательный вкус. Здесь качество хорошее. Я здесь часто покупаю вещи. Здесь цены достаточно дешевле. Опытный персонал грамотно обслужит вас и поможет сориентироваться в таком большом ассортименте. А для тех, кто предпочитает носить неповторимые вещи, тоже созданы все условия. Коллекции в магазине пополняются 2 раза в неделю, так что все покупатели довольны. Но бесспорно, главное преимущество «Ценопада» – это цены. Покупка обойдется в среднем от 800 до 1500 рублей. Само название магазина «Ценопад» говорит само за себя. У нас самые низкие цены в городе. Но мы приглашаем всех покупателей в наш магазин. Рады вас обслужить и встретить. Традиционно смена сезона становится поводом для обновления гардероба, особенно в семьях с детьми. Все необходимое, учитывая модные тенденции осеннего и зимнего сезонов, а главное для всех членов семьи, можно приобрести в магазинах «Ценопад». К тому же этот владимирский бренд всегда балует своих покупателей сезонными скидками и распродажами. Одеться во Владимире практично и модно, не потратив много денег, можно. Главное – знать где.